Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать, как всегда. Добрались до Ярославской волости, как всегда. Ну, наконец-то, вот говоря. Что-то никак не могли доехать. Вот эта сила. Здесь, в принципе, копать-то можно. Мы спрашивали. Там походки... Ой, блин, походки. Осадки картофельника. Ну, там понятно. А здесь они все скосят. Но даже если можно, то невозможно. Потому что высокая трава. Смысл в чем? Накат вот. Охотничий, тракторный. Вот по нему сейчас и будем гулять. Туда пойдем, в лесочек куда-нибудь зайдем, чтобы особо здесь им не рыть. Так, конечно, хорошо. Грозы обещают. Так что смотрим, что из этого всего получится. Смотрим. Вот такие у нас погоды нынче творятся. Погромыхивает. Да, чешуйка выскочила. Первый более-менее сигнал затертый, конечно, но приятно. Вот так и сидим под деревом. Гроза прилетела и накрыла нас вот таким вот образом. Ёб твою мать. Пережидаем. Так выгнал нас дождь, в конце концов промокли как цуцки. Нас лилось, да, приборы сейчас вроде просушили, более-менее все работает. Гроза сильная, конечно, нас накрыла. Ну и уехали оттуда, в принципе, что там сейчас по накату ходить проблематично достаточно, трава мешает. А лезть уж совсем в этот овес, хоть это и силы, как бы, но... Да, ну и неудобно, там высокая трава еще. Походим здесь. Что-то тут было, я уж не помню. Ходили мы здесь, по-моему, год-два назад или три кольцо поднимали. Все. Такая красота у нас там. Вот так вот и здесь. Сейчас вроде солнце пока светит. Но обещали еще грозы. Так, вот здесь вот, где бугор, шла дорога, достаточно крупная. Первый сигнал с этой поля, такая вот замечательная пломбочка. Кстати, прикольная. Вот такая. Пойдем поищем на этой дороге. Вот отошли чуть-чуть от машины, второй сигнальчик у нас. Воду забыли. Полушечка такая вот малюсенькая. Пойдет. Ходим по этой поляночке. Туда вниз сходили, там ничего нет. Вот там много мусора советского. К машине за водичкой подошел. Выскочила. Где там, господи, солнышко-то? Монеточка. Ну, походу, Екатерина или Елизавета. Она убита. Вот так вот. Ну так, друзья, день второй. Вчера, в конце концов, вымотались. Грозы продолжают, слышите? Кругами гуляют. Где там твои иконки? Да блин, точнее, я их уже убрала. Иконки. Первые находочки. Это... Вот еще нашли интересные местечки. Тут сейчас полазим. Ну, это верхушка от вершковой иконки. Да, похоже на то. Смотрите. Далеко от машин не отходим, чтобы успеть спрятаться. Вот такая штучка. Кто знает, может быть, подскажет. Ну, похоже, это от вершковой иконки. Да, продолжает бабахать. Накроет, не накроет. Какие-то интересные штучки здесь вываливаются. Вот такой какой-то медальончик пробит. То ли монет расплющенный. Сейчас. То ли фиг знает. Вроде что-то написано, но непонятно. 4-й год это рамочный. Это щитовик. Щитовик, да? Угу. Блин, бил. Короче говоря, монетка первая. 20 копеек это щитовик. Точно. С этой полянки убитые, странно, Ну, потому что... Песочек. Так, друзья, продолжаем бегать от грозы, перемещаться по свежим скосам. Блаку косить начали по чуть-чуть. Что-то он больно глубокий. Ну, смотри. Мало ли. Ржавая медная монета. Да нет, не глубокий. Не знаю. Какой-то он загадочный. Какой-то он укатан. Вот это поле пахали. Потом... Ага, только как-то они вот... Вот тут где-то прям. Я не могу закопаться туда. У меня лопата тупая. На, снимай. Ну, душа, попробуй. Да, грунт такой здесь. Здесь, походу, тракторный укат. И очень глубоко. Это железо, скорее всего. Так. Серебряный. И оперный театр, я по нему шла. Серебряный? Хрен его знает. Понятно, или латунь. Обручалка. Да? Угу. Скатана из монет, походу. И я вот по нему коцну. Ну, бывает. Можно заполировать всегда. Это бронза оловянистая. Для серебра очень-очень легкая. Ну да. Ну да ладно, прикольно. Здесь сейчас еще побегаем, время есть пару часов. О! Хищников море вообще после скоса. Ходим под хищниками. Сигнальчик вот такой приятственный. Давно нет. Ну да. Звенел чистой проволокой. Чистой проволокой. Сейчас дойдем тут до кустов. Ну ее скосит. Все, друзья, находились мы, наверное, на сегодня. Один из крайних сигналов. Полмонеты. Каких-то. Что это, интересно, такое-то? Совет какой-нибудь. Хрен разберешь. Совет какой-то. Двушка 27-го, да? Угу. Половина. Хрен его знает, вообще нет. Что-то там написано, а что? Не, не видно. Вот как-то так. Что-то как-то сегодня. Ладно. Ха, нет, еще не пока, дорогие друзья. Идем вот по накату, по тракторному. Двушечка выскочила. Годик не вижу. 73 или 75. Да, кстати говоря, еще вроде как в сохране. А, вот теперь точно походили. Все, еще пуговичку нашли обыкновенную. Ну, старую, но без этих, без надписей. Вывод из этих выходных. Нашли интересную полянку. Да, но оттуда нас прогнала гроза. Господи, да что ж я заикаюсь-то второй день. Будем пробовать туда вернуться, потому что место действительно интересное. И лесок там за ней тоже. Вполне себе интересно. Находок мало в межсезонье. Но мы стараемся. Ладно, вот теперь точно всем пока.